Офигенный дом. Вот здесь в лесу нашлось гнездо шершней. Да. Папа, смотри, горбины. А смотри, Дим, какая розочка. Да. Ариш, офигеть, сколько много яблок в этом году. И здесь, и здесь, и здесь. А здесь вообще дерево даже развалилось. Собака подглядывает. Ариш, скажи, в смысле? Вот и все, полная пустота. Я прожил тут 20 с лишним лет. А теперь пора уезжать. В лесу созрел шиповник. Можно его прямо кушать. Раньше у нас была одна собака, а теперь еще у нас появился кабачок. Ух ты! Это тыква больше, чем твоя голова, Арин. Что случилось? Не знаю. Ну давай, катись дальше. Осенний скейт. На вид очень стрёмный. В лесу часто встречается и называется лосиная муха. Но безвредная. Но на вид как будто клещ какой-то. Такая вот группировка собралась. Ух ты, тыква. 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 Тыквы. Привет, Аришка. Как дела? Что тут делаешь? Все, совсем все желтое кругом. Кошара. Ласковая кошара. Что это у нас тут за бабулечка? Бабуля, вы откуда? На земле иней, на деревьях. Иний. Погода как в Силент Хилле. Вот и приближается чертова зима. Язык зеленый. А внутри все зеленое. Открой ручку, малыш. У него слюни зеленые. Конечно, он жадно траву жрет. Говорят, что человек, съевший мухомор, никогда уже не сможет быть прежним. В хорошем смысле слова. Яблоко. Может, ел с яблоком, да? Да. Как ты говорил? А вы здесь что были? Да.
Аллея. Аллея. Он кусается или он тебя облизывает? А? Марина. Он облизывает? Домой не пойдем? Нет! А вдруг бабушка замерзла? Нет! Офигеть! Сова сидит. Сова. Сову встретили. Всю жизнь живу в климате, в котором есть 4 времени года и ярко выраженная зима. И каждый раз надеюсь, что зима не придет. Но она все равно приходит.